Дарья Качанова на старте своей заключительной дистанции на первом в ее карьере чемпионате Европы. Именно в спринтерском многоборье. В прошлом году в Коломне Даша бегала и там до медалей не добралась на чемпионате Европы на отдельных дистанциях. 1:17:04 ей надо бежать, чтобы опередить Юту Лейердам. Напомню, что вчера у Даши было 1:15:79. Ну и хорошо было бы сейчас у Летиции де Йонг какой сбой. Только я заговорил, что вот два малых поворота могут Летицию вывести немножечко вперед, и Качанова может как раз попасть ей в спину. Посмотрим, получится или нет. Наверное, нет. Да, в общем, этот сбой Летиции, конечно, лишает ее шансов. Даша окружает и никаких шансов не оставляет Летиции де Йонг. Тут дело-то не в шансах Летиции де Йонг, а тут Даше бы это немножко помогло бы на переходной прямой. Чуть-чуть лишний глоточек воздуха. С другой стороны, сейчас обратил внимание на флаги, которые абсолютно висят, и никакого ветра, в общем. Смотри, как здорово начала Качанова. Полсекунды почти преимущество над Юты Лейердам. Правильно, Даше, в общем, надо играть ва-банк. Понимает, что надо бороться с Ольгой Фаткулиной, с Фаткулиной, а может быть и с Херцог. Да, но и Херцог это очень много надо отыграть. Идти ва-банк и заставить Херцог тоже дергаться, нервничать, тяжело, конечно, на финише. Тут, конечно, есть определенные, скажем, бонус. Личный рекорд, 1:15:22 Качановой, рекорд катка. Да. Шикарный бег, фантастически пробегает Даша Качанова. 1:15:51 у нее было в этом году в Херенвене, если я правильно помню. И вот здесь 1:15:22 на открытом льду, красавица, просто браво.